Вы видите оперативные кадры работы сотрудников ФСБ России по Тверской области, которые пресекли противоправную деятельность 40-летнего гражданина Российской Федерации, жителя Твери, собирающегося выехать на Украину для участия в боевых действиях против вооруженных сил Российской Федерации. Мужчина был задержан на железнодорожной станции Тверь при попытке выехать в направлении российско-украинской границы. Амуницию выбирал по указанию связного. Ну, обмундировали тактическую разгрузку, рюкзак, нож, мультитул. Я должен был стать рядовым солдатом, военнослужащим ВСУ. В рюкзаке задержанного обнаружен. Задержанный через интернет поддерживал устойчивую связь с представителем украинской стороны, по рекомендации которого изучил маршрут выезда на территорию Украины, приобрел элементы военной экипировки, обмундирование и медицинские средства. Маска, балаклава, спальный мешок. Форма одежды, типа горка. Следственным подразделением УФСБ России по Тверской области возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Я хотел бы, чтобы эти люди не шли по моему пути, чтобы не связываться с какими-то военными формированиями. Потому что последствия могут быть необратимыми. Московским межрайонным следственным отделом города Твери регионального СК возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Речь идет о жилом доме по улице Новая, о котором мы рассказывали в предыдущем выпуске. По версии следствия, с 24 января 2020 года должностными лицами Департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери и должностными лицами Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области не были составлены и выданы соответствующие документы о вводе жилого дома по улице Новая города Твери в эксплуатацию. В связи с чем указанный жилой дом не был сдан в эксплуатацию, что сделало невозможным заключение между жителями и ресурсоснабжающими организациями договоров на предоставление коммунальных услуг, в частности отопления и водоснабжения. В результате ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей были нарушены права жителей многоквартирного дома. По уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.